Автопарк медучреждений Первого региона сегодня пополнили 55 новеньких Джили. А это значит, медицинская помощь будет еще более доступной и оперативной. Ключи от автомобилей учреждениям здравоохранения области вручил председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Наталья Луговкина с подробностями. Качественное и оперативное оказание медицинской помощи пациентам на дому требует современного специализированного автотранспорта. Сегодня в области эксплуатируются 382 легковые машины медицинской помощи. Закупка в декабре 55 специальных автомобилей для медучреждений Брещины – это не только желанный подарок накануне праздников, но и подтверждение строгого курса, выбранного руководством региона. А потому обновление автопарка, укрепление материально-технической базы, строительство новых и реконструкция существующих учреждений здравоохранения – ключевые направления работы местных органов власти. Те замечания, которые нам глава государства здравоохранения поставил, это всей стране, в том числе и Брещине, выполнить задачи. Мы подходим к той фазе, что мы фактически все выполнили. Мы отремонтировали самые худшие и даже среднего, так сказать, качества наши учреждения здравоохранения, маленькие населения, участковые больницы, районы. Мы купили очень много тяжелого оборудования. Мы много вкладываем в текущее состояние наших медицинских учреждений. Из 55 новых машин часть будет способствовать в повышении доступности и своевременности медицинской помощи жителям областного центра. В частности, 4 специальных автомобиля получили Брестская детская областная больница и 2 Брестская областная клиническая, что обеспечит качество обслуживания и охват пациентов разных возрастов. В нашем учреждении есть централизованный гараж, который обеспечивает работу не только больницы детской, а обеспечивает 9 областных учреждений. В парке 32 автомобиля. Некоторые из них, понятно, уже изношены и требуют замены. Тут надо сказать большое спасибо, потому что не всегда мы могли эти проблемы решить без такого участия. На сегодня это все проще, лучше. И понятно, что идет в конечном итоге на оказание качественной, доступной медицинской помощи. Брестская областная больница – это большое производство, и централизованный гараж, который находится при нашей больнице, сегодня объединяет 28 машин. И из них 21 машина – это машины медицинской помощи и 3 реанимобиля. Поэтому вот эти машины, медицинская помощь – это большая поддержка для наших врачей. Также современный автотранспорт поступил на службу и в медучреждения области. К слову, сразу 5 легковых автомобилей отправились на пенсию. В течение года получали машины скорой помощи и обновляли парк скорой помощи. А сейчас машины для медицинского обслуживания, специальный транспорт. Учитывая, что у нас в наличии Пинского региона это 12 амбулаторий и 5 участковых больниц, которые должны быть все обеспечены транспортом, транспорт обычного медицинского обслуживания, коим являются и машины вот «Имгрант», «Джили», они, естественно, пойдут в первую очередь для обслуживания этих территорий, для обслуживания амбулаторно-поликлинических организаций. Во время торжественной церемонии глава области Юрий Шулейко сделал особый акцент на предстоящую работу в 2024 году. Сфера здравоохранения останется в приоритете. Наталья Луговкина, Станислав Линник, телерадиокомпания «Брест».